Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас вот такая классная посылочка ивановского трикотажа. Итак, поехали. Это посылка из магазина Тикитекс. Кстати, очень хороший магазин, девчонки, куда я делаю? Вот, все. Сразу расскажу о плюсах, потому что я знаю, многим из вас это важно, вы многие мне об этом частенько пишете. Во-первых, удобное оформление заказа, без предоплаты. То есть вы оформляете заказ, вводите свои данные, адрес, способ доставки, Почта России. Можно из ДЭК, но в основном Почта России по России. И наложенным платежом, то есть вы потом на почте оплачиваете посылку. И с вами сразу связывается оператор. То есть либо он вам перезванивает, со мной в WhatsApp связался. То есть практически сразу вам пишет оператор в WhatsApp, все согласовывается по наличию, по доставке и так далее. Перепроверяйте заказ. Это на самом деле очень удобно. Потому что знаю, что некоторые ивановские магазины ивановского трикотажа, они, вы мне писали, что возникают проблемы вот именно в оформлении. Поэтому в этом плане очень удобно. И доставка вообще как-то быстрая. Что-то мне дня за три пришла посылочка. Ассортимент огромный. И еще один плюс, нет минимального заказа. То есть вы можете заказать даже одно полотенце за 30-60 рублей, как бы, и это ценно. Ссылки, конечно, все оставлю, проходите. Так, давайте начнем. Я хочу начать, девчонки, со штор. Я давно на них положила глаз. И у меня такая же есть скатерть, в такой же расцветке, в один. Она как раз вот лежит у меня, ждет. Где она? Вот она рядышком. Сейчас я вам покажу прям. Так. Вот она. Я ее заказывала, причем относительно давно. Но глаз положила на шторы и думала как раз собрать комплект. И вот он у меня собрался. Супер. Советы по уходу за изделием. И будем открывать, с вами вместе повесим, посмотрим, как они смотрятся. Мне очень понравилась расцветка, я люблю. Штор, на самом деле, очень много, и много фото штор на сайте. Чпоньк. Все упаковано очень хорошо. Так, что-то у меня там выпало. Котеночек, подашь, пожалуйста, милый мой, родной. Вот как они выглядят. И артикул. У них голубенькие завязки. Очень симпатичные. Комплект для кухни, сейчас малышек. Монпелье называется. Артикул 107-28. Около 2500 я отдала. Сейчас где-нибудь здесь есть цена. Накладную я найду, девчонки. Магазин Натали 37. Штор. Так, размер 300 на 180. 100% хлопок по ГОСТу. Все отличненько в этом плане. Так, накладную. Ладно, сейчас докопаемся до накладной. И вам потом покажу. Советы по уходу. Завязочки вот такие голубые, красивые. И сами шторы. Как мне не терпится уже их повесить. Тебе тоже не терпится? На кухне. Это шторы для кухни. А-а-а. Да. Я думала еще одну. Так. Так, ты держи одну, а я девочкам покажу другую. Смотрите, здесь шторная лента, получается, это правильно называется, да? То есть под крючки. Да? Вот одна штора. Какой шириной. Да, вот расцветочка. Длина получается, ну вот, с меня ростом, да, как и написано. Под головой. Чуть поменьше, да. Очень качественно все обработано. Швы идеальные, все подшито изумительно. И мне вот эта ткань очень нравится. Она такая запах. Плотная. Запах нравится? Угу. Пахнет новым. Вот. Мне нравятся. Они такие плотненькие, они не будут мяться, что тоже очень важно. Вот так же, как эта скатерть, эти шторы, их не нужно гладить, видите? Они ровные уже сразу. Так, держи. Повесим шторы, обязательно вам покажем. Смотрите, как красиво они смотрятся, девчонки, шторы. Длина получается у нас с вами на сантиметров 20 ниже подоконника. Я сейчас покажу в расправленном виде, показываю вам в закрытом, чтобы вы понимали всю красоту шторочек. У меня сейчас открыто окошко, жарко. Они очень красивые, вообще супер. И вот как они смотрятся уже присборенные. Вот этими голубыми завязочками. Красотища. Вообще, мне очень нравится. Сейчас отойду подальше. Показать вам целиком масштаб. Очень достойно, очень красиво. Тюль можно подобрать красивый. У меня вот такая вот коротенькая, беленькая. В общем, шторочки супер. Я довольна. Качество. И у них, кстати, есть светозащита. Достаточно плотные они. Что, в принципе, тоже ценно. Вот они, завязочки. Можно, кстати, бантиком завязать. Они очень длинные. Я туда просто подзаправила.
можно сделать свободней. Они длинные, широкие, то есть позволяют поиграться так, как вам хочется. Ну, в общем, я довольна шторами, красота. Сразу стало гораздо уютнее. Дальше заказала мужские тапки. Выбор тапок нормальный. Такой можно выбрать, потому что у нас что-то у папы нету тапок, и прям с этим проблема. Да. Тапки черный, честный знак называются. 44-45 размер взяла. У нас 40, как раз это наш размер, 45-й, папа. Вот так они выглядят, мягенькие. Такие мягенькие, то есть здесь такая, как поролончик, что ли, внизу, не знаю. Мягенькие, хорошие тапочки. Следующий лот в нашем показе – это ночнушка. Ночнушка на бретельках, как я люблю, на лето. В размере 58. Так, коллекция Сани, ночная сорочка. Красную взяла, девчонки, красную. Потому что других расцветочек уже много, красной нету. Шарлиз. Вот так выглядит марочка, бирочка. И давайте посмотрим. Она такая приятная, как вискоза. Так, материал сейчас, девчонки. 90 вискоза, 10 лайкра. Да, я очень люблю ночные сорочки из вискозы. Она коротенькая, но достаточно широкая, свободная. Лямки регулируются, вообще красота. Смотрите. Лямочки регулируются. Здесь немножечко такое кружево по бокам для красоты. И вот так она выглядит. Она коротенькая. Достаточно коротенькая. Так, знаете, попу скрывать. Хотя нет, вот если лямки сделать на всю длину, она будет почти по колено. Если лямки сделать подлиннее, то она практически до колена. Красивая ночнушечка, померю, покажу. Вот, девчонки, ночнушка. Очень приятная к телу, но я говорила вам уже, я люблю вискозу. Вот я сделала лямочки на всю длину, и она мне чуть выше колена. Но опять же, с учетом живота. С учетом живота. Такая свободненькая. Красивая. Вот такие ночнушки я прям обожаю на лето. Мне кажется, это самый идеальный вариант. Удобная, комфортная, надел и все. И красота, и не жарко. Дальше у нас вот такой вот белый, махровый, очень комфортный, я уверена, будет халатик детский, лучик, артикул 1109, 80 хлопок, 20 полиэстер. В размере 38 я взяла дочери после ванны одевать. У нас нет халатика, она давно такой просит. У нас есть, но они такие, не очень ей нравятся, обычные. Так она, в принципе, халаты не носит, мы выходим из ванны в полотенце, но такой она попросила. И причем он, пояс выпал, он достаточно тоненький, то есть это не такая прям толстая-толстая махра, как раз на лето хорошо. Вот, видите, такая, достаточно тоненький материал, вот такой вот халатик, беленький, ничего здесь такого сверхъестественного нет, рукавчик длинный, капюшончик и пояс. Лямочки для пояса здесь есть. Вот они. Очень все прекрасно пошито. Вообще замечательно. Халатик супер, слушайте. Love Tech Story. Трикотаж с любовью. Рекомендации по стирке тоже померяем. Все вам покажем. Халатик. Какая прелесть. Легенький, да? Угу. Что у нас пояс с тобой перекрутился. Перекрутился швом. Еще запас большой, ниже колена. Вот после ванны прям красота, да? Угу. И капюшончик, волосики подсушить, здорово будет впитывать. Нравится? Угу. Классно. Да. И последняя вещь в заказе, это вот такая курточка, девчонки. Мне так понравилась она на сайте. Такая трикотажная курточка. Так, это у нас куртка женская, модель К1177 в 58 размере. Этикеточка. Сейчас мы с вами ее померим. Мне понравилось, как она смотрится. Даже, знаете, летом, вечером, на прохладный вечер, на молнии, на прохладную погоду. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот. Вот такая курточка с капюшоном. То есть здесь, смотрите, она такая тепленькая. А рукавчик, кстати, тоже утепленный. Флис. И капюшон на флисе. И внутри она такая мягенькая. Вообще супер. Молния и завязки. Красивые карманчики, что мне понравилось. Сейчас мы с вами померяем. Вот так накинул. Прохладно вечерочком, когда. И красота. Она мне сейчас, конечно, на живот в обтяг. Но в целом
без живота уже будет прям вообще. Ой, какая она комфортная, девчонки. Она такая мягенькая. Вообще супер. Сейчас покажу вам в полный рост. На капюшоне у нас с вами завязочки с ограничителем, причем с пластиковым. Капюшон достаточно большой, удобный, красивый. Здорово. Так, и вот ее длина. Кармашки красивые, отделаны здорово. Вообще. Вот как она выглядит, скрывает попу. Вот прям до конца. Курточка вообще огнище, слушайте. Я очень довольна. Классная. В расстегнутом виде. Как она будет смотреться. Кармашки глубокие. Из такого интересного материала. И здесь, видите, прям серебрится. Как прорезиненная, что ли. Курточка-толстовочка такая. На прохладную погоду. Вообще здорово. Мне очень понравилось. Довольно. Ну вот и все. Мой хороший, вот такой интересный, классный заказ на этот раз был у меня ивановского трикотажа в магазине Тикитекс. Я постараюсь все ссылочки на каждый товар вам оставить под видео, так же, как и ссылку на сайт. Проходите, знакомьтесь. Если видео было интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.